ремонте вот такой миксер Bosch PowerMax X на 750 ватт. Его модель, тут плохо видно, но MSM67PE-03. Значит, он не подавал признаки жизни, просто перестал работать и все, перестал крутиться двигатель. Самая большая проблема — это вскрыть. Значит, смотрите, вот клипса, защелочка такая, она цепляется вот за вот эту штучку, вот за нее просто. То есть здесь нет никаких винтиков, просто располовинить. И как видите, не получилось аккуратно, причем не заходит сюда простая проставочка никакая, потому что видите, здесь есть паз, и вот здесь вот эта штука заходит в паз. Поэтому ну вот просто пытайтесь располовинить все ножом, какой-то проставкой. Вставляется, и когда долго мучаетесь, она все равно подастся. Более легкого способа нет, просто надо располовинивать. Вставляете что-то жесткое, вот я вставлял с этой стороны и с этой стороны. Ну, короче, это нелегкая задача. Вот здесь даже немножко замятость получилась, потому что я пытался ковырнуть, но так и не смог найти край, потому что он здесь глубже заведен. Ну, так или иначе, оно пошло. То есть, как вариант, можете попробовать, например, видите, здесь глубоко не зайдет, потому что здесь упор. Вот с этой стороны немножко, ну, короче, нужно просто приложить усилия, и она пойдет. Значит, проблема оказалась в том, что прозвонил, двигатель, кстати, не переменного тока, а постоянного тока, прозвонил, цепь идет, доходит до вот этого элемента. Здесь вот приклеен был вот такой элемент. Это термореле. Вот она вот такая сама по себе. Угу. А я поставил вот такой. С обыкновенного электроинструмента КСД 9700, 10 ампер. Значит, я поставил 95 градусов, а здесь стояло 120. Тут я ошибся, конечно. Поэтому обратите на это внимание. Ну, в общем-то, не будет перегреваться. И все теперь работает. Ну, и осталось поставить назад. Это тоже непростая задача, потому что нужно попасть во все пазы, в том числе и вот сзади. Вот этими пазиками нужно попасть вон туда, в эти защелки. Здесь резиночка вот так вот вставляется. Вот так вот. Ну, короче, нужно попасть во все защелки. И так, да? И причем попадать нужно, вот я так понимаю, что плату нужно поставить в защелки сюда. И потом двигатель в зацепление сюда. И уже потом он тут вставляется вот в эти штучки. И уже потом защелкиваем назад. Ну, и тоже это непростая задача. Так что пробуйте, и у вас получится отремонтировать самостоятельно. Это непростой ремонт, только потому что его, ну, вот, трудно располовинить. Прямо защелкивается очень жестко. Всем мира. Всем хотелось бы посоветовать хорошего ремонта. Ну, а если вы делаете как по-другому, у вас есть способ располовинить, напишите об этом. Потому что канал, на котором вы сейчас смотрите видео, это канал для любителей. Я показываю, как с помощью простых инструментов можно ремонтировать сложные бытовые приборы, электронику, очень много разных, даже автомобиль самостоятельно. Это все можно делать. На самом деле люди даже летают на Луну. Туда немножко сложнее,
Ну, а здесь совсем все просто. Всем мира пригодится, особенно сейчас. Очень хочется мира. Увидимся на канале.